Золотая осень. Возраст зрелых и мудрых людей часто называют осенью жизни. Каждое время года прекрасно по-своему, также неповторимы и возрастные периоды нашего бытия. С началом золотой осени приходит День пожилого человека, отмечается который в России с 1 октября. Саянские мероприятия, посвященные праздничным событиям, как правило, начинаются уже в конце сентября. Городской совет ветеранов внес многочисленные предложения с тем, чтобы наши пожилые люди, умудренные опытом, смогли в эти дни, в течение практически всего месяца октября, пообщаться, встретиться с друзьями, узнать что-то новое и интересное из жизни нашего города. 26 сентября, в ближайшую субботу, всех пенсионеров, всех ветеранов мы приглашаем на традиционный наш День здоровья на городской стадион в 10 часов утра. Там будут проходить соревнования по трем видам спорта. Бег на 30 метров, метание мяча и небольшая эстафета. Приглашаем также в День здоровья, чтобы вместе с нами на городском стадионе были и болельщики. Мы надеемся, что они зарядятся положительной эмоцией. 29 сентября в городском совете ветеранов состоится встреча ветеранов дошкольного образования. Конечно, приурочена она будет ко Дню воспитателя. 1 октября Дворец культуры «Юность» приглашает на праздничную программу ветеранов, работавших на Саянском пласте. Встречи пожилых людей, проживающих в разных микрорайонах города, мы постарались планировать так, чтобы им было удобно и близко прийти на эти встречи. Традиционно они у нас проходят либо в библиотеках, либо в школах города. Так, пожилые люди, которые проживают в микрорайоне Октябрьский, будут приглашены в библиотеку «Берегиня». Пенсионеры, проживающие в районе школы номер 3, микрорайон «Юбилейный», будут приглашены на праздничный концерт в эту школу. 2 октября Дворец культуры «Юность» приглашает всех жителей города, в том числе и пенсионеров, на концерт камерного хора Иркутской областной филармонии. В школе номер 5 праздничную программу готовят сотрудники школы и школьники для пенсионеров, проживающих в микрорайоне «Строителей». Ветераны здравоохранения традиционно соберутся у нас в Доме детского творчества «Созвездие» 7 октября в 3 часа дня. Центральная библиотека приглашает пожилых людей на праздничный вечер 7 октября. День учителя, который объединяет ветеранов педагогического труда, состоится 8 октября в школе номер 3. День учителя, который мы в рамках декады пожилого человека проводим, у нас ведь ветеранов образования более 100 человек в городе. Это огромная армия. Огромная армия интеллигенции, людей замечательных, людей, которые, несмотря на свой возраст солидный, очень энергичны, очень мобильны, они очень многое могут дать еще. Вот поэтому как бы такие своеобразные клубы общения, клубы обмена опытом. А кроме того, ведь мы всегда еще и приглашаем на такие встречи молодежь, преемственность поколений. Что может быть лучше этого? Да? То есть молодые специалисты, молодые педагоги всегда у нас бывают на этих встречах. Так же, как и на День воспитателя, мы приглашаем молодых воспитателей. Им есть чему поучиться, не только поздравить ветеранов. Вот, поэтому как бы вот именно в эти дни, в декаду пожилого человека, стараемся как можно больше привлечь наших ветеранов, пенсионеров к тому, чтобы они почувствовали, что они не совсем уж заброшенные люди, что их мудрость, их опыт очень востребованы. Также 8 октября в школе номер 2 пройдет праздничный вечер встречи поколений для пожилых людей, проживающих в микрорайоне Олимпийский. Гимназия имени Надькина приглашает людей преклонного возраста на музыкальную программу 9 октября. Совет ветеранов приглашает 9 октября всех желающих на проведение Дня здоровья прямо на площадке около нашего Совета ветеранов. Для вас будут организованы веселые танцы, соответственно, под веселую музыку. И встреча с ветеранами муниципальной службы состоится 9 октября на базе нашего городского совета ветеранов.
В рамках декады пожилого человека объявлен фотоконкурс «Мои года, мое богатство», приурочен также который к празднованию 45-летия Саянска. Люди старшего возраста могут представить свои работы в номинациях «Я люблю тебя, город Саянск», «Сад моей мечты», «Если хочешь быть здоров», «Семейные радости». В фотоконкурсе могут принять участие все саянцы в возрасте старше 55 лет. На фотоконкурс принимаются цветные фотографии размером не менее 20 сантиметров на 15 сантиметров. Участник конкурса может представить не более одной фотографии в каждой номинации. Работы принимаются до 2 октября. Праздничные мероприятия, посвященные людям преклонного возраста, событие значимое и яркое, но саянские пенсионеры в любое время года могут найти себе занятие по душе. Хочу сказать, что Саянск у нас, наверное, очень интересен тем, что у нас действительно проживает очень много долгожителей, очень много. И мы очень рады, что эта плеяда увеличивается, что людей, кому за 80, за 90, за 95, с каждым годом становится все больше и больше. Это хороший показатель. И, наверное, хорошо еще то, что у нас очень активны наши пенсионеры. То есть, выйдя на заслуженный возраст, на заслуженный отдых, те, кому перевалило за 55, за 60, это достаточно активные, достаточно мобильные, достаточно состоявшиеся люди, которые интересны сами по себе как личности. И поэтому, естественно, они окружают себя подобными, им хочется что-то еще сделать. Люди достаточно энергичные. Поэтому мы с удовольствием предлагаем огромный спектр клубной деятельности. Желающие могут свои вокальные данные реализовать и в хоре ветеранов, и в «Сударушке» в нашем ансамбле. Желающие проявить себя и укрепить свое здоровье. У нас разнообразная группа здоровья. Пожалуйста, приходите, занимайтесь здоровьем. Те, кто хотели бы освоить интернет, и для таких у нас есть возможность, мы в течение года будем обучать желающих пенсионеров. В октябре после летних каникул свою работу вновь начнет школа мудрости, в которой люди преклонного возраста научатся справляться с житейскими трудностями и психологическими проблемами. Я вот всегда говорю на своих занятиях, мы научились на протяжении своей большой жизни многому. Научились правильно быть хорошими экономистами, хорошими юристами, научились быть хорошими родителями, бабушками и дедушками. А вот тому, как научиться жить с собой, как научиться видеть в себе проблемы, которые мешают нам жить, как научиться, наверное, безболезненно переходить в определенные временные этапы, жизненные этапы, да, многих ведь шокируют, ой, пенсионерка, все. А на самом деле это самое благоприятное время для того, чтобы можно было себя реализовать, по большому счету. Главное не стареть сердцем и оставаться молодым в душе. Тогда и в преклонном, то есть серебряном возрасте, жизнь будет радовать и удивлять.